В Великом Новгороде гостит делегация из Билефельда, немецкого города-побратима. Цель не только дружественно-культурная, но и практически прикладная – укрепить образовательные и экономические связи. У некоторых коллег из Билефельда это уже не первый визит в новгородские края. Гости из города-побратима уже знакомы новгородцам. Ежегодно наши состязаются с немецкими спортсменами за кубок по мини-футболу. В следующем году гости из Германии планируют отвоевать награду у новгородцев. Но у этого визита повод другой. Темой встречи стали перспективы взаимного партнерства. Европейские визитеры рассказали о роли университета в родном городе и планах на будущее в этой сфере. Для нас очень важно, чтобы мы инвестировали именно в вопросы образования, начиная с детского сада и заканчивая университетом. На сегодняшний день в Билефельде обучается 34 тысячи студентов. Планируется открытие медицинского факультета, так как врачей в городе мало, и эта ниша очень востребована. Поэтому сотрудничество с новгородскими коллегами может дать плодотворные результаты, в том числе в развитии образовательной сферы. Наша страна, в свою очередь, заинтересована в партнерстве в промышленной сфере. Обе стороны сошлись во мнении, что их совместная работа планируется не на один год и принесет плодотворные результаты.